Татьяна Захарова с тоской смотрит на то, что осталось от ее дома. Женщина прожила в нем 58 лет. Накануне вечером ее жилье практически полностью сгорело. Татьяна вместе с сыном чудом остались живы. Сидела дома, сын спал, я лежала, телевизор смотрела. В окно стукнули, я вышла. Вышла, мужчина просто остановился на машине, видно, проезжал мимо, и мне показал рукой. Я глянула и бегом домой будить сына, вызывать пожарных. Сначала огонь вспыхнул в доме 241 по улице Галактионовской. Это произошло около 7 часов вечера. В двухэтажном строении никто не жил. Владельцы переехали в другое жилье, закрыв свои квартиры. Спустя некоторое время огонь перекинулся на дом Татьяны Захаровой. Всего площадь пожара составила около 300 квадратных метров. На место происшествия выехала глава Ленинского района Елена Бондаренко. Сейчас мы работаем вместе с владельцами помещения в этом доме для того, чтобы оказать меры поддержки и решить все возникающие вопросы, связанные с утратой имущества. По словам Татьяны Захаровой, в соседний дом нередко захаживали непрошенные гости. Постоянно двери вскрывали, я ругалась, я даже дралась, ходила, проверяла все время. Копатели зимой нас мучили, искали ценности в этих, все полы там повскрывали во всех квартирах. Причину возгорания установит служба дознания. Властям предстоит оценить размер ущерба. От пункта временного размещения жители отказались. Городские и районные власти окажут погорельцам всю необходимую поддержку. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.